Такого стикербука я не видела еще ни у одной торговой марки. Ну а всем привет, вы на канале Tani Nails. Я вам сегодня покажу распаковочку торговой марки Mystique. А именно ко мне приехали гель-лаки. Но сначала хочу вам показать вот такой прекрасный стикербук, который у меня давно есть. Здесь собраны наклейки на типсы, на любые оттенки. Но если вдруг на какой-то не хватит или что-то случайно с ней случится из-за вас, то здесь на всякий случай есть вот такое дополнительное поле, где вы можете вписать номера. На самом деле здесь дело не только в удобстве. Представляете, когда у вас все типсы подписаны от руки, на скотче или гель-лаком. Это, конечно, удобно мастеру, но совсем не презентабельно выглядит для клиента, который пришел к вам на процедуру. Насколько же стильно и дорого смотрится ваша палитра, когда она оформлена в одном стиле, когда все наклеечки приклеены, они все одинакового цвета, ничего не вперемеш. Ну, то есть, казалось бы, такие мелкие детали, но насколько же они приятны глазу и самой себе, и клиенту в том числе. И не пропустите, я вам расскажу, как эту книжечку можно получить в подарок. А еще, знаете, меня настолько расслабляет этот процесс, вот каждый раз, когда приходят лаки, я беру эти наклеечки, клею на типсы, так все размеренно, короче, вот реально это дело успокаивает. В этом видео я специально подобрала все оттенки красно-розовые, потому что скоро у нас с вами весна, это то самое время, когда все расцветает, и клиенты хотят начать делать что-то не вот это темно-угрюмое, а что-то такое яркое, которое придаст весеннего настроения. Собственно, поэтому именно эти оттенки мы и рассмотрим в этом видео. Что хочу сказать, пастельные оттенки от Mystique укладываются в два слоя. Но что хочу отметить, на самый первый типсе, вы, наверное, заметили, я специально кисточкой проводила, ну, грубовато, чтобы на покрытии оставались борозды, и вы увидели, насколько быстро они самоустраняются. То есть эти лаки, они самовыравнивающиеся, и благодаря этому ими гораздо проще работать. Что же говорить о других, более ярких и насыщенных цветах? Так вот, некоторые из них можно уложить в один слой. Они действительно позволяют нанести себя в один слой, они хорошо просыхают, то есть, знаете, у меня никогда не было ситуации, чтобы какой-то из этих гель-лаков не просох. И сейчас мы с вами подберемся вот к этому оттеночку с блестками. И посмотрите, он такой полупрозрачный. Его я советую наносить на какой-то однослойник. Либо же, кто любит всякие корейские дизайны или что-то вроде того, можно нанести этот гель-лак вообще в один слой, и будет такой полупрозрачный интересный эффект. И знаете, чем мне особенно нравится эта торговая марка? Тем, что у них такая максимально комфортная консистенция. Вот средние, они не жидкие, то есть они не затекают там куда-то, даже если в манике что-то где-то вы упустили, они не затекут, они вот, знаете, прям вот, ну, удобно наносятся, и они не супер густые, то есть, знаете, колом не стоят, я это продемонстрировала вам на пастели в самом начале видео. Вот здесь пару оттеночков я еще снимала в макро, чтобы вот вы прям прочувствовали вот эту консистенцию, вот как будто бы прям красите вы эти типсы. И очень интересно, работали ли вы уже этими гель-лаками, как вам впечатление, очень интересно услышать и ваше мнение. Ну, а мы уже с вами подошли к тому моменту, когда я разместила все свои красные оттенки на палитре. Красные у меня отдельно от розовых, вот, собственно, вся моя палитра красных от Mystique. У них, конечно, огромная потрясающая коллекция красных, у меня клиенты просто балдеют, потому что, вот, посмотрите, просто на любой вкус и цвет, хочешь немножко в коралловый оттенок, хочешь с блестками, хочешь потемнее. И отдельно у меня вот такая скромненькая палитра с розовыми оттеночками. Все материалы вы можете приобрести на сайте, на официальном сайте Mystique. Кстати, у них действует очень классная партнерская программа, я вам вкратце расскажу, как она работает. Вы делаете заказ, и потом вам возвращается какая-то часть стоимости заказа. При этом вам обязательно нужно быть зарегистрированным, и один бонус будет равен 1 рублю. Пожалуйста, перейдите вот на эту страничку, и здесь подробнее прочитайте про эту программу. Все пользователи, которые зарегистрируются, автоматически получат приветственный бонус в виде 200 бонусов на их счет. Также вы можете оставлять отзывы на товар в заказе, который вам принесет плюс 50 бонусов на счет. И дальше вы сможете их тратить на ваши заказы. На сайте действует очень классная система подарков. И если вы не хотите покупать эту книжечку с наклейками, то вы спокойно ее можете получить в подарок от 5000, фирменный стикербук или восковый мусс на выбор. Ну, а в целом вы видите, что подарки начинаются от 3000 рублей, поэтому обязательно воспользуйтесь этой функцией, не упустите ее из виду. Смотрите, когда я выбрала продукты, которые я хочу заказать, мне снизу высвечивается, что я получу в подарок.
я могу изменить и выбрать либо фирменный стикербук, это как раз та самая книжечка с наклейками, либо воски для кутикулы и для ногтей. Дальше находим вот это поле «Код купона». И здесь вводим с вами промокод на скидку. Промокод — это мой никнейм с маленькой буквы. Таня, на конце с двумя «а», нижнее подчеркивание «nails». Запомним сумму 5364 и нажимаем «активировать». Посмотрите, купон применился, скидка вышла целых 800 рублей, и я еще на свой счет получила 403 бонусных балла, которые дальше смогу использовать для получения дополнительных скидок. На самом деле, я еще ни у одной торговой марки не видела, чтобы разыгрывались постоянно какие-то призы, чтобы были какие-то кэшбэки. То есть вы делаете заказ, и потом какая-то часть суммы вам вернется, и вы на нее же сможете оформить новый заказ. Ну, короче, мне кажется, это очень крутой бонус. Ну, а мы с вами перейдем к работе. Клиентка у меня сломала парочку ногтей и решила, что, ну, не наращивать же, как обычно, просто ногти в цвет своих ногтей, а сделать что-то необычное, что не можешь делать со своими ногтями. И, конечно же, это сделать прозрачные кончики. Но поскольку у нас с вами день Святого Валентина, он уже прошел, наделали мы их как раз к нему, я выложила сердечки из топа, выложила максимально так, чтобы топ практически не попал на типсу. Потом это все укрепила гелем, сделала постановочную каплю, приложила к ногтю и все фиксирую фонариком, но фиксирую только там, где ногтевое ложе, для того, чтобы потом я перевернула ноготь и, посмотрите, апельсиновой палочкой выскребла, можно сказать, все то, что у меня натекло на кожу. Это было убрать все просто необходимо, потому что вы видели, как моя клиентка сломала ногти, там не то что под корень, там прям подушечка торчала. Ну и после наращивания я приступила к перекрытию всех остальных ногтей. У нас здесь такое интересное комбо, секси, можно сказать, черное с красным. Черный, кстати, тоже оттеночек от Мистик, называется Shadow, а красный этот называется оттеночек Selfie. Черный я обязательно укладываю в два слоя, потому что у меня всегда паника, чтобы точно просох, хотя я слышала, что некоторые мастера умудряются его уложить даже в один. Перед вторым слоем я обязательно вот так отодвигаю апельсиновой палочкой кутикулу и прокрашиваю тонкой кистью. Да, это может быть сжирает каких-то там лишних 5-10 секунд, но мне так удобнее, я так хочу работать. Дальше я снова перехожу к нашему нарощенному ноготку, беру молочный гель-лак, это 80-й оттенок Milky, тоже от Mystique, я его растягиваю на сердечке, чтобы, знаете, такая вот интересная вуаль была, и плюс свободный вот этот сломанный край не было видно. Я делаю сначала небольшую растяжку гель-лаком, и потом сделаю еще до укрепления в этой зоне молочным гелем. К сожалению, почему-то этих кадров не попали в мою камеру, не знаю почему. А на других ногтях мы с вами будем рисовать влюбленную парочку Микки и Минни Маус, и сначала я смешиваю несколько оттенков, да, это у меня не готовый цвет, это здесь розовый, бежевый и белый, и получается вот такой оттенок кожи. Дальше я беру коричневатый оттенок, смешиваю с топом, чтобы сделать вот такие тени. И в данном случае, когда я рисую мультяшек, их не нужно как-то по-особенному растушевывать, то есть у тени остается довольно вот такая четкая граница, и для мультяшек это смотрится очень клево, на мой взгляд. Далее я беру черную гель-краску, смешиваю немножко с черным гель-лаком, чтобы было попроще рисовать и особенно заполнять места, где нужно особо много материала. И уже рисую очертания Микки. Я стараюсь черным сразу все сделать и заполнить тело. И дальше я рисую ушки, и дальше я рисую носики. Короче, все-все-все, чтобы потом уже не возвращаться к этому процессу. А вот на этапе, когда мне нужно нарисовать что-то, состоящее из тонких линий, а в данном случае это глазки. Во-первых, нужно обязательно попросить клиента не дышать, нужно самой не дышать, и очень тоненько прям промазать саму кисть, вот прям, знаете, ее напитать черной гель-краской, именно гель-краской, больше ни с каким материалом не смешивать, прям несколько раз прокрутить, чтобы она вот напиталась, и дальше начать рисовать тонкие линии. И в этом деле моей помощницей стала черная гель-краска, тоже от торговой марки Mystique, у них, кстати, уже есть три оттенка, черная, белая и серебряная. Ну и, как я говорила, черным я уже все сделала, дальше беру тот же красный оттеночек, которым заполняла и полностью ногти, и начинаю, можно сказать,
действовать как в раскраске. Раскрашиваю бантик, делаю это все аккуратненько, платье тоже сразу заполняю, думаю, на этом этапе все понятно. И здесь я беру не белый цвет, а тот же самый молочный, которым делала растяжку 80-й, и рисую вот такие точечки. На мой взгляд, молочные точки здесь гораздо органичнее вписываются. Здесь я уже добавляю еще тени на глазки и рисую, конечно же, сердечки. У меня, кстати, заметили, когда как, то я рисую их дотсом, то рисую сразу от руки. Ну, когда они совсем такие маленькие, конечно, не проще не искать этот дотс, а сделать все сразу от руки, это довольно просто. Ну что ж, этот потрясающий дизайн нам с вами остается перекрыть самым глянцевым топом, который только есть в моем арсенале. Это ластинг топ торговой марки Мистик. Линейка премия, и он реально прям премиум. Реально очень круто блестит, даже спустя месяц носки. И мы с вами это заценим через месяц, когда клиентка вернется. Ну и обязательно пишите в комментариях, на какие продукты от торговой марки Мистик вам снять еще такие подробные обзоры. С вами была Таня Нейлс, надеюсь, вам понравился обзор.